пожаловать на мой кулинарный канал. В этом коротком видеоролике хочу показать и рассказать, как я готовлю заправку из зелени петрушки. В такую заправку можно добавить не только зелень петрушки, зелень укропа, зелень базилика или любую другую зелень, которую любите вы. В данном случае я буду использовать только зелень петрушки. Свежую зелень петрушки обязательно нужно вымыть и 50 грамм растительного масла. Масло можно взять любое, как рафинированное, так и обычное. И, конечно же, блендер, в котором я буду измельчать зелень петрушки. Такую заправку из зелени можно использовать в любых первых, вторых блюдах. Приготовленную заправку из зелени петрушки я буду использовать для приготовления домашних клёцков. Укладываем зелень петрушки сюда же, добавляю 50 грамм растительного масла. И одну щедрую щепотку соли. И измельчаем зелень петрушки до однородной массы. Заправка готова. Я измельчила заправку до однородного состояния. Вот такая вот зеленая масса, измельченная зеленая масса получилась. Сегодня я приготовлю из такой зеленой заправки вкусные домашние воздушные клёцики. Вот такая вот зеленая заправка у меня получилась. Такую заправку желательно хранить в холодильнике. Такую зеленую заправку желательно готовить в небольших количествах. Добавлять по 1-2 столовых ложки. Такую приготовленную заправку желательно использовать сразу. Сегодня я приготовлю из данной заправки вкусные воздушные домашние клёцки. Приятного вам аппетита и до новых встреч на моем кулинарном канале!